привет! Мы приехали с Лариской Осемой в город Джохар-Бару в Малайзии для того, чтобы сделать визу в Индонезию на полгода. И поселились тут в гостиничке, вышли погулять, набрели на очень прикольное место. Сегодня офлайн трансляция, потому что интернет у меня не подключен, малайзийский, поэтому все будет в это самое. Сейчас я переключусь. Да, тут, наверное, так камеру не переключишь. Ну, тогда будем монтировать потом. Сейчас я вам покажу. Мы зашли в очень прикольное место. Называется Фишмаркет. Это ресторан. И здесь выбор всяких морских. Здесь можно увидеть аляскинского краба, австралийский лобстер, голландские палочки, устрицы, остинский лобстер. Это вот морской, не помню кто, турец что ли. Французская флэш. Всякие разные рыбки. Вот такие вот крабы очень прикольные. Местные. Плавок. А вот наверху еще видны лобстеры другие. Здесь креветки огромные. Все это прямо здесь готовится, свежее подается. Цены, ну, я, наверное, потом скажу, когда нам приготовится, сколько получится в итоге сумма, потому что так сложно. Просто вот такой ресторанчик прямо на берегу небольшого залива. Вот там вот видно как раз закат. Ну, потом я в комментариях покажу, сколько там обойдется. Ну, в принципе, взяли только немножко устриц, креветок и на живых крабчиков. Сёма, как обычно, смотрит мой фильм. Говорит, что смотрит за Сёмой. Ну, в общем, позже еще добавлю комментарии про цену. Ну, и может, мы еще что-то интересное увидим в этом городе. Пока-пока.